родители ваши. Знаете, сегодня у нас сумасшедший день просто. Сегодня у нас, мы поздравляли и организации, которые занимаются вопросами людей с инвалидностью. Сегодня у нас 225 лет со дня рождения нашего Николаевского военного госпиталя. Он всего лишь на пару лет младше города Николаева. До сих пор еще работает. Представляете себе? И директор там тоже работает до сих пор. Но он не такой старый, конечно, но он тоже работает. Поэтому сегодня мы прямо оттуда прилетели к вам для того, чтобы сказать вам привет, пожелать вам всем крепкого здоровья. Вот, видите, ничего себе. Значит, пообщаться с вами здесь чуть-чуть, увидеть вас, сказать вам привет, сказать вам, что все вы нам очень нужны, все вы для нас очень важны. И городская власть всех вас очень любит и старается уделить вам внимание. В следующем году я очень надеюсь, что мы сможем еще больше подготовить социальных программ, больше уделить вам внимание и, может быть, еще пару раз даже встретиться. Поэтому всем вам хотел бы пожелать крепкого здоровья, чтобы вы слушали все своих родителей, ну старались, во всяком случае, не всегда получается, знаю, я сам был ребенком, может быть, потому что не старался слушаться, вот и стал, видите, городским головой. Но вы тоже старайтесь слушать родителей, потому что родители – это самые главные люди в вашей жизни. Главнее даже, чем городской голова, потому что именно благодаря им вы вырастете большими и сможете все свои мечты воплотить в жизнь. Поэтому желаю так, чтобы вы были здоровы, чтобы все ваши мечты сбывались. И, конечно же, чтобы все мы жили в большой мирной стране.